Первой со своим докладом выступила глава Шушнурского сельского поселения Эльвира Гелетидинова, отметила, что в 2019 году населенные пункты перешли на новый вид обращения с твердыми коммунальными отходами. Для этого было установлено 39 контейнеров. Вывоз производится один раз в неделю. За счет республиканских средств была проведена отсыпка песчано-гравийной смесью. Улица Молодежная в селе Шушнур и улица Набережная в селе Нижняя Татья. Улица Ленина 500 метров, к сожалению, осталась на весну. Жители Шушнур по улице Советской протянули пятый провод. Сейчас жителям этой улицы, как и жителям улицы Молодежной, не нужно самим включать и включать светильники. Для продолжения этой работы составляются ПСД на все населенные пункты сельского поселения. По нашему проекту осветительные приборы должны быть на каждом столбе. Мы будем надеяться, что со временем проекты Шушнурского сельского поселения утвердятся администрацией района. Многочисленным просьбам жителей планируется установить опоры освещения на участке дороги от трассы до начала деревни Новая Мушта. Благодаря программе поддержки местных инициатив в школе Солонова Ктанышбаш провели реконструкцию системы электроснабжения здания и оборудовали теплый туалет. Сейчас готовится схема газификации всех населенных пунктов. Туда будет включена и улица Молодежная села Шушнур. За прошедший год на территории сельского поселения проделана огромная работа по благоустройству населенных пунктов данного сельского поселения. Была проведена реконструкция газовой котельной, строительство теплотрассы к школе, детскому саду и дому культуры, строительство газопровода. В планах на 2020 год по программе «Реальные дела» партии «Единая Россия» установить детскую площадку в селе Новый Ктанышбаш, построить контейнерные площадки во всех населенных пунктах, отремонтировать обелиски и продолжить модернизацию уличного освещения. В целом работу местной администрации депутаты оценили положительно. Анастасия Тербаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».